эту субботу Светлана Боровская отправится в Сенно. А, халатики же, это мое любимое. Борщ вы делаете? Ну, конечно, как и а все. А то исключительно творчество. Пришли, посвистели в сосульку, легли спать, пошли на работу. Маслица нету, Сергей Николаевич. Где у вас масло? Упущение страшно. А, 20 лет, здорово, да. Что вы путаетесь? А я еще так себе быстренько посчитала, думаю, как это она в браке 20 лет? Да, жаль, шапочек нет. Вы же знаете, как я люблю шапочки разные. Я мужу чисто по-женски хотела подарить вот такой вот. Вот такую свинью вы хотели мне подложить, да. Не подложить. Как открыть свою автомойку? Кто в Сенно печет самый вкусный хлеб? И почему в Свистульке кроется секрет семейного счастья? Узнаете в новом выпуске программы уже в эту субботу. Включайте «Доброй ранницы, Беларусь» со Светланой Боровской. Завтра в 9:15. Отойдите! Раздербаним булочку с утра. А с утра можно. Он к вам, значит, на экскурсию, а вы его в ЗАГС через какое-то время. Да. Выйдем отсюда кругленькие, гладенькие. Вот сидите вы на диванчике и думаете, какой бы это бизнес закрутить в Сенно. Оно ему улыбнулось два раза счастье. Сначала, когда он встретил вас, а потом, когда он осилил эту свистульку. Я буду командовать, куда нажимать. А кто будет мыть? Доброе утро! Доброе утро! Доброе розовое утро! Оп! Все, выключай!